Ах ты! Карат уже забивал. В левый угол от вратаря. Что сейчас? Ах ты, не достает, но угадал угол Виталий. И 1-0. Впереди Амкал. По серии пенальти. Ну что же, на исполнение отправляется Герасимов Иван. Ворота защищает Муха. Это Владимир Мухин. И Гера. Гера, разбег. Удар! И положил красиво. И также угадывает Мухин угол полета мяча. Один-один. Но Виталий Челюшкин неоднократно показывал, как он может выручать команду. Серия пенальти. И Анатолий Катрич против Виталия Челюшкина. Замер Челюшкин. Катрич. Удар! И перекладина! Спасает сейчас сборную Орехова-Зуева. И хватается за майку Катрич. Как же он не попал. То есть попал он воротом, но не забил. Сам Виталий будет пробивать. Ну что же, Мухин против Челюшкина. Челюшкин, разбег. Удар! И вытаскивает Мухин с правого угла. Ну что же, Кузя. Ну что же, вот он, Дмитрий. Кузькин. Дима, Виталий. Дима, разбег. И забирает Виталий. Ну и что же, сейчас, возможно, сборная Орехова-Зуева вырвется вперед. Мухин. Разбег. Удар! И просто спокойствие. И Май идет на удар. На 11-метровый. Ну что же. Сможет ли Руслан забить нашему легендарному вратарю сборной Орехова-Зуева Виталию Челюшкину? Ну что же, разбег. И отражает Виталий Челюшкин и не смог пробить его. Ну что же, если сейчас Рустамов забивает, то в серии пенальти одерживает победу сборная Орехова-Зуева. Тоже Рустамов. Рустамов, угол! И все! Серия пенальти завершена. И надо работать Амкалу над 11-метровыми. Ну а мы, дорогие друзья, с вами прощаемся. Для вас работал и комментировал сегодня Илья Пушков. Любите футбол. Это город Орехово-Зуево. Родина российского футбола.